Ну что ж, докопали мы картошку. Даже не знаю, сколько мешков. Сейчас вместе с вами посчитаем. 3 мешочка здесь, друзья. Картошечку покажу. Вон какая. Всякая, друзья. Вон, видите? Так, 3 мешка. Даже не знаю, сколько мешков. Буду считать вместе с вами. 3. Здесь 3. 6 мешков. О! Вон какая картошка. Мне ничего не видно. Видно вам или нет? Мне все отсвечивает солнце. Так, 6 мешочков. Дальше. 6 и 2, 8. Тоже здесь какая. 8. Дальше считаем. Здесь 2 и 1 неполный. 10 с половиной. Десять, два здесь. 12. 12. И здесь 3. 15 мешков. А что я считала? 16. Ой, сейчас пересчитаем. Тоже вот такая картошечка здесь. Всякая. Вон там резано, даже муж кинул. Пересчитаю. Я считала 16 мешков. С этого кусочка. Давайте вместе пересчитаем. Так, 3 мешка здесь. 3, 2, 5. Ой, назад иду. Вот так хожу, брожу, ноги болят. Жарко. 5 и 2, 7. Ну, вот этот маленький не буду считать. Так, ведра здесь, друзья, покидали, потому что у нас еще здесь маленький загончик. Так, 3, 5, 7. Вот этот загончик еще надо копать. 7 мешков и 2, 9. Муж пошел отдыхать и за водичкой. Водички набрать. 9. И здесь 3, 10, 11, 12. О, картошину потеряли. Ой, не гнилая. Ой, ой, ой. Гнилая. 12 и 3. 15. 15 мешков, друзья, сегодня накопали. Из 5 рядов. А вчера... Ой, запыхалась. А вчера из 6 рядов мы накопали 17 мешков. 32 мешка, друзья. Ой, тут картошина. Вон какая потеряшка. Ой, запыхалась. Люди, 32 мешка мы накопали с этого участка. Вот с этого загончика. Здесь около 5 соток. Ой, 32 мешка. И, как я уже показала, маленький загончик нам остался. Там 8 рядочков небольших. Сегодня хотим докопать. И будет на этом все. Устали, конечно же. Сяду. Устали, конечно же, но ничего не поделаешь. Копать картошку, друзья, надо. Ну, у нас, друзья, отдых. Надо немножко передохнуть. Отдышаться, посидеть. И докопать остатки картошки. Так как на следующей неделе передают дожди. На следующие выходные. Там нужно будет картошку перебирать. Как я уже говорила, 26 мешков мы купили. И сегодня мы накопали за 2 дня 32 мешка. 32 и 26, друзья. Сколько это будет? 58, да? Если я правильно посчитала, 58 мешков нам нужно еще перебрать. Работы, друзья, не в проворот. Полным-полно. А еще заготовки я делаю. Сынок сегодня перчика мне привез, купил. Красного леча буду делать. Работы не в проворот. Много чего хочу еще с заготовок сделать. Яблочного напитка, тыквенного сока, с фасольки салат. И много-много чего другого, друзья. Вот так. Полностью в работе. Полностью в работе. Ну, немножко посидела. Поговорила с вами. Мужа буду ждать. Сейчас придет, возьмет лопату, так как мотоблок уже подцепил к прицепу. Возьмет лопату и под лопату, друзья, будем копать маленький загончик картошки. Ну, а я мешочки считала. И получилось у нас 16 мешков на сегодня.
Чего-то я так неправильно посчитала мешки. А сейчас сижу и считаю. Оказывается, 16 мешков на сегодня накопали. И там один мешочек неполный. И вчера 17 мешков. 33 мешка, друзья. За 2 дня. А я 2 раза прошлась туда-назад. Что-то так я неправильно посчитала. И вам так насчитала. Ой. Муж водички принес. Пойдем, друзья, работать. Но муж взял грабли немножко пограбить. Вот этот участочек, маленький загончик здесь у нас с картошкой, друзья. Хрен она вырастала. Посмотрите, сколько у меня хрена на огороде. От него никак избавиться не можем. Здесь 6 рядочков вот таких маленьких и 2 начатых. 8 рядочков. Будем под лопату копать. Потому что здесь не повернуться. Там трава, а там бураки. Мотоблоком никак. Под лопату, да? А что тут копать? А? Мотоблоком решил? Сначала сказал под лопату, теперь мотоблоком. Ну, конечно, мотоблоком легче, чем под лопату эту. Ройся. Мотоблок отцепит. Ой, и подпашет. А как я неправильно мешки посчитала, не знаю. 3 мешка, и там 2, 5. Уже не буду считать, потом посчитаю. А? Что ты говоришь? Ну, муж говорит 16. Значит, 16 и есть. А я считала, вам 15 вроде бы насчитала. Да и ладно с 7 мешками, друзья. Картошка все равно хорошая наросла. Мешком больше, мешком меньше. Вон сколько травы. Такая картошка у нас была заросшая. А что ее полоть? Отцвела уже, мы не полим картошку. Зачем ее полоть? Ой. Посмотри. А кто полол? Это вообще этот загон никто не полол. Кто тут полол? Ой, ой, друзья, солнце припекает. Жарище, где оно? Вон оно. Где оно? Солнце я не вижу. Видно вам или нет? Весело мне, потому что мы большой загон убрали. И остатки, друзья, докопки, картошки. И все оно в этом году будет. Ой. И все будет в этом году. Будем постепенно убирать потом в октябре месяце морковку, свеклу, кормовую свеклу, тыкву. Похожу, поброжу тыковку свою, покажу, друзья. Я уже вам показывала ее, пока муж тут работает, я уже его не вижу. Солнце светит мне. О. Пока муж работает, а я покажу тыковку. Посмотрите, какая здоровенная она у меня выросла. Вон она. Ее не поднять. Шарики какие, посмотрите. Пройду сюда, зайду на грядку. Вон они. Вон они, мои шарики красненькие. Сколько их здесь? Все повысыхало. О, сколько насадила я красной тыковки. Ох, какая прелесть. Видите? Такие бугаи навырастали, бабуи. Ой, ой. Зелененькая у меня даже есть. Вон какая. И там одна. Вот так. Тоже трава поперла опять. Ой. А от жары все сохнет. У нас дождей давно не было. Кукурузка вон высохла. Рвем постепенно, поросенку отдаем. Вот такие делишки. Опять вам наснимала, наболтала кучу всего. Непонятно чего. 3 видеоролика про эту картошку. Но, друзья, это жизнь. Жизнь какая есть. Вот так. Здесь вон 2 рядочка. Мы копали на еду. Не докопали. Итак, 6 рядочков осталось.
Жарко. А вон кормовая свекла вся повяла от солнца. Повысыхало тут все. Хотя земля сырая. Рожку подкапали, сырая земля. Ой. Ладно, пускай муж дальше сгребает травичку эту. Сейчас мотоблок снова отцепит, подцепит. Плужок. Подпашет картошку. И докопаем. Докопаем, чтобы у нас больше не было картошки на огороде. И будем, друзья, заниматься другими делами. Муж будет на рыбалку ездить, потом грибы пойдут. А я буду еще заготовками заниматься. Картошку потом еще перебирать надо будет. Ой, работы не в проворот. А на этой неделе до 31 передаю, друзья. Бабье лето или лето возвращается. Пекло вообще будет. Картошечку еще раз покажу. Вон какая она росла. Красивенная, друзья. Большая. Семена мало будет. Семена мало. Яблочки мои. Ой, вот такой обзор вам поснимаю, что у нас тут происходит вообще. Прицеп стоит возле сарая. Бурячки мои. Кукуруза. Это все наш огород. Вон до туда. Вот, я сейчас покажу. Вот, вот до вот этой вот кукурузы, друзья. Друзья, вот до вот этой кукурузы. Это все наш участок. Вон аж туда. Вот так. Ой, соток 10, наверное. Соток 10. Но, слава богу, в этом году еще сотки не брали на поле. Так бы вообще попадали бы. Да? Муженек мой. Землеройка моя. Муж как сказал на меня вчера, землеройка. Я чуть не упала. Ой. Вот так. Болтать, друзья, хорошо. Надо работать. Но надо и отдыхать. Пока немножко с вами поболтала, немножко и передохнула. Ну и себя же, конечно же, покажу. Чумазая, наверное, грязная. В зеркало я не смотрелась. Вся в земле, песок на зубах. Вот такая я работница. Вот так на фоне мешочков. Покажу вам, поснимаю себя. Мужа показала. Надо себя показать. О, хожу, брожу по огороду. А что делать? Жду, пока муж картошку подпашет. Ой, вот так. Вот так, друзья, солнце светит с этой стороны, себя покручу. Бабушку старенькую. Как муж сегодня сказал с самого утра? Бой идут одни старики, друзья. Бой идут одни старики. Молодежи нет. Помогать копать картошку. Ну, а мы, старики, сами ее вырыли вдвоем за 2 дня. Сами выкопали. Ну и докопаем, конечно же, что нам осталось. А чё нам? Мы же еще не такие старики. Нам же не по 80, да? Еще молодые. Ага. Но сил-то нет уже. Сил-то нет. Вон картошечка. Ой, вот так поснимаю. Силы-то уже не те, что были в 20. Ой, вот так. Муж пришел отцеплять мотоблок. Отцепляет мотоблок назад. Что-то не подумали мы про ту картошку, что у нас осталось. Муж подцепил мотоблок. Ой. Ну, сейчас будем подпахивать и докапывать остатки нашей картошки. Подпахивает муж картошечку. Но тут картошка не очень. Почему-то здесь в конце огорода она плохая, всегда нарастает. Так как соседи пашут трактором и когда-то подняли глей и смешали с плодородной почвой. И на этом месте ничего не хочет расти. Туда не полезу. А так поснимаю немножко. Хрена полным-полно. О, что творится. Ну, что-нибудь накопаем. Мешочек, может, какой-нибудь. Картошечки. Ладно, друзья, я беру ведро.
И буду дальше докапывать. Ну что ж, докопали, друзья, мы картошку. Я несу с собой ведра, гремят. Сейчас будем считать вместе, сколько здесь мешков. А то я тот раз считала, не знаю даже сколько. Мешка два еще докопали. Считаем, друзья, вместе. Три мешочка здесь стоит. Сколько мы накопали сегодня? Три, здесь два. Пять. Бедра несу, гремят у меня на руке. Пять. Здесь три. Восемь, девять, десять. Десять мешков. Два, двенадцать. 3, 15. И здесь 3 мешочка. 18 мешков. Вот так, друзья. За сегодня мы накопали 18 мешков. И вчера 17. 35 мешков. 35 мешков за 2 дня. Ведра поставлю, чтобы они мне не гремели здесь в руке. Сяду, посижу немножко, передохну. Ой, 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 сил нет. Никаких, друзья. Муж пошел за завязками. Сейчас мешочки позавязываем. Погрузим вдвоем с мужем на мотоблок. И все, и в сарай, друзья. Картошечка отлежится у нас недельку-две. И будем ее перебирать и засыпать в засеки на хранение на зиму, друзья. А вы даете картошечке отлежаться после того, как вы убрали ее? Или сразу же засыпаете на хранение? Мы даем отлежаться, друзья. Потому что картошка имеет свойство гнить. А я устала, как собака. Как собака за эти дни, друзья. Просто как собака. Ой, вот так. В бой идут одни старики, друзья. В бой идут одни старики. Вот так, как муж сказал. Землекопы, землеройки, как хотите, так и называйте. Главное, картошечку мы выкопали. Слава тебе, Господи. 35 мешков, друзья, накопали за 2 дня вдвоем с мужем. Но я буду ждать мужа. Сейчас придет, позавязывает мешки. Я ему помогу погрузить на мотоблок, так как один он не справится. Он у меня после операции, грыжи у него были. Одному будет очень тяжело грузить, поднимать наверх мешочки. Вдвоем как-то легче. Ну что ж, загрузили мы мешки на мотоблок. Снова полный мотоблок картошечки. Все, муж садится и едет. Мешки будем выгружать в гараж. И все, друзья, на этом наша работа закончена. Все. И на этом заканчиваю я свой видеоролик. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всегда всем очень рада. Все. До новых встреч на моем канале. И всем пока-пока.